Доброе утро. Вы смотрите программу. Какую, Степа? Наше утро. Точно, на телеканале ОТВ. И с вами по-прежнему в студии Марина Гет, Степан Арефьев. И сегодня мы отмечаем день спонтанных чаепитий. Вот такой у нас сегодня праздник. Да, необычный такой праздник. Удивительно, но факт, что чай чувствует человека. То есть один и тот же сорт может взбодрить или полностью расслабить в зависимости от состояния и, конечно же, желания чаймана. Да, китайцы свято верят, для начала с чаем нужно познакомиться. Здравствуйте, вот я Марина, говорят, а я чай. Чай, здравствуй, меня зовут Степа, как у тебя дела? Да, вот, как проводить чайную церемонию, нам расскажет Екатерина Селезнева, чайный мастер. Екатерина, доброе утро. Мы уже видим, что вы пришли не с пустыми руками. Мы помогали даже раскладываться. Красота здесь есть. Но расскажите, что вообще такое чайная церемония? Для вас. Чайная церемония – это действие, которое помогает прочувствовать чай, помедитировать в этот момент. И вообще в Китае и в России сейчас чай используется для общения. На многих переговорах он используется. И можно побыть также без людей, наедине с собой, только с чаем. И это очень приятно. Хоть видя, что вы принесли много всего, расскажите, что, давайте как, мы начнем, куда и начнем. Да. Чайную церемонию. А вот, допустим, если мы чай в пакетик чая опускаем, да, это чайная церемония, нет? Ну, такая своеобразная, да, наверное. Так как я не чаймен, для меня, вот там, не знаю, чай в пакетике, это, ну, вершина просто всего. Начинайте. Покажите, давайте, вы будете показывать, будем общаться. Для начала что нужно? Для начала нужно, как вы сказали, познакомиться с чаем. Да, конечно, нужна вода, нужен чай, нужен человек, который будет заваривать, и кому он будет заваривать. Вот, знакомиться с чаем в таких коробочках чайных, называются они чахэ. То есть вы берете, вдыхаете аромат, смотрите на листик, передаете дальше. Я Степа, привет. Да, чтобы чай знал вас в лицо. В лицо. Посмотри на меня. Сначала мы прогреваем посуду обязательно. То есть даже если вы завариваете по русским традициям в большом чайнике на всю семью, посуду лучше сначала прогреть, чтобы чай раскрылся и на кухне в зале стоял чудесный аромат. Вот посуда прогревается, и потом чай засыпается. Вариантов заваривания много. То есть можно заваривать в такой посуде, как гайвань. Это чашка с крышкой, похожая на сахарницу. Да, на пиалку. Вот. В Китае вообще, если китаец, например, сидит и пьет чай один, то он не использует ничего, кроме гайваня, только заливает сюда воду, чай настаивается, он просто поднимает крышечку и пьет. То есть никуда это все не сливает. Вот. Атрибут обязательно – это ситечко, чтобы чинки не попали. И чай первым делом промывается. Обязательно, потому что, ну, многие китайские чаи хранятся очень долго. Нужно омыть их от чайной пыли, и чай скрученный, он сейчас раскроется большими листьями, и первую заварку купить бессмысленно. А куда вы это все любите? Вот, а это чайные башки, их много разных. Бывают чайные боги. Они цвет поменяли. Смотри. Да, они меняют цвет, очень красиво и эффектно. То есть, если завариваете чай кому-то, то это просто волшебно. Ну, это вот же атрибутика чайной церемонии, да, такая интересная? Да, это атрибутика. Вообще их начали использовать для того, чтобы, например, вы пьете чай, вместо молитвы, вместо мантры вы поливаете чаем чайных богов, они дают вам то, что могут вам дать взамен на то, что вы поливаете хорошим чаем. А вот у вас тут есть вот лежит какая-то вот замечательная штучка. Расскажите, что это? Что это? Кисточка для макияжа? Не для макияжа, не для макияжа точно. Для макияжа чайника. Глиняные чайники – это вообще лучшие чайники для заваривания многих сортов чая в Китае. Вот. И когда, например, чайник прогревается в ходе чайной церемонии, его поливают кипяточком, и их нельзя мыть с моющими средствами. И поэтому, когда поливают чайник или носика льется вода, вот, его аккуратненько чайником потом вот так вот по чайнику разглаживают, и остается вот это вот чайный осадок, чайная патина. В Китае пьют так, как у нас в России не принято и не культурно. Показывайте. Прихлюпывая. Друзья, простите. Вот так.
весело пьем чай, чайные китайские традиции, они такие. Да, ну что, друзья. Очень вкусно, действительно. Да, очень хороший аромат. Мы напоминаем, что сегодня у нас день спонтанного чаепития, и у нас сейчас в студии была произведена настоящая чайная церемония. За что спасибо Екатерине Селезневой, настоящему чайному мастеру. Да, ну что ж, а далее опрос. Давайте узнаем у наших телезрителей, у жителей Челябинска, какой чай они любят. Ну а пока мы попьем чайку. Итак, пожалуйста.